Лидеры стран ЕАЭС установили День Евразийского экономического союза, который теперь ежегодно будет отмечаться 29 мая. На прошедшем в мае этого года в Бишкеке заседании Высшего Евразийского экономического совета главы Евразийской пятерки единогласно поддержали инициативу президента Садыра Джапарова определить в качестве Дня Евразийского экономического союза 29 мая. В этот день в 2014 году в столице Республики Казахстан был подписан договор о ЕАЭС, как отмечено в распоряжении высшего евразийского экономического совета, установление такого дня поможет укрепить солидарность и углубить сотрудничество между союзными государствами.